А вы смотрите на человека, который сделал себе все зубы. Теперь я пришел на чистку зубов, профгиену, которую нужно делать раз в полгода обязательно каждому человеку. У нас скидка 50%. В Арбашайне 15. Пойдем пробовать чистить. Нас встречает вот такой вот уютный ресепшн. Все чисто, все красиво. В туалет здесь можно попить водичку, повесить куртку. И обязательно надеть бахилы. Вот так выглядит кабинет, в котором я буду делать услугу. Все чисто, красиво, стерильно. Садимся. Так, сейчас сказали ложиться. Я даже чуть растерялся. Но страшно. Зубная щетка чистит 60% поверхности зуба. Поэтому между зубами остаются зубные отложения, которые нужно убирать. Профгигиена проходит несколько этапов. Сначала с помощью специального ультразвукового наконечника происходит разгибание зубных отложений. Есть минимальный дискомфорт, но терпимо. Затем происходит этап полировки, он самый приятный. Потом происходит полировка межзубных промежутков. Следующим этапом идет очистка поверхности зубов с применением самого современного аппарата Airflow. Ну а на десерт зубки покрывают фторсодержащим препаратом. Все, чистку мне сделали, я остался доволен. И в конце будет еще лекция о важности гигиены полости рта. Под углом 45 градусов от десны к режущему краю. 10 движений. Раз, два, три. По нашей акции ультразвуковая чистка плюс чистка с помощью Airflow 80 рублей вместо 160. Ребята, это ваше здоровье. Обязательно ходите раз в полгода на профессиональную гигиену полости рта. Это очень важно. Ссылку оставляю.